Стадион имени Раисы Сметанина – это, безусловно, один из самых главных спортивных объектов республики. Здесь обучаются, соревнуются и тренируются не только лыжные звезды России и Коми, но и даже других стран. Поэтому, само собой разумеющимся, кажется, что он должен соответствовать высочайшим техническим стандартам. Уже давно стадион принимает международные соревнования, и обслуживание инфраструктуры – задача отнюдь не последняя. Благодаря 13,5 миллионам в этом году здесь появилось 8 новых единиц техники. Сумма кажется относительно небольшой, но обманываться не стоит. Для комплекса это качественное обновление. Техника у нас морально устарела. Был вместо коммунальной машины ЗИЛ 89 года выпуска. Он уже устарел. На данный момент все потребности закрыты. Техника будет работать в полном объеме. Снегоболотоход, экскаватор, снегоуборщики, коммунальная и легковая машины, а также снегоход для труднодоступных мест. И это не полный список приобретений. Но главное техническое богатство стадиона – его ратраки. Вот этот, самый первый, был куплен еще 10 лет назад. А этот красавец итальянской фирмы Prinot – как раз недавнее приобретение. Намного более технически продвинутое. В физическом плане машина управляется очень легко. То есть не надо дергать никаких здесь рычагов, принимать какие-то грандиозные усилия, чтобы управлять этой техникой. Но в то же время она управляется сложно в плане того, что здесь очень много регулировок, настроек, которыми нужно правильно и грамотно управлять в процессе подготовки лыжных трасс. В зависимости от типа соревнований, один ратрак одновременно способен прокладывать две лыжни и даже перерабатывать наледь в однородную снежную массу. Вкупе с остальной новой техникой это позволит содержать лыжные и лыжероллерные трассы в идеальном состоянии круглый год. А ведь мы знаем, спортсменам, как и детям, для максимальной реализации своего потенциала нужно только все самое лучшее. Евгений Стокос, Алексей Паршуков, телеканал «Юрган», Сыктывдинский район.